Предприятие «Брестский мясокомбинат» уже второй год подряд занимает почетное первое место в смотре конкурсе в номинации «Благоустройство» среди организаций Ленинского района города. А все потому, что сотрудники предприятия победителя стараются каждый раз по-новому украсить территорию, используя зеленые насаждения. В этом году фантазия работников комбината снова удивила компетентное жюри и принесла очередную викторию. Конкретно в этом году у нас было посажено очень много клумб, придумано разных декоративных насаждений. Каждый год какая-то изюминка существует. В этом году мы придумали карету-цветочницу, которая была украшена цветами, ну и много очень других композиций. Почетное второе место среди предприятий разделили Брест-Внештранс и Брест-Вторчермет. Кстати, благоустройство территории последнего настолько креативно, что там даже проходят школьные экскурсии. Все участники, будь то организации или учреждения образования, готовили также презентацию своего труда. По словам главы администрации Ленинского района Дмитрия Городецкого, жюри было нелегко определить победителей, поскольку достойных среди них было очень много. Мы все жители города Бреста, да и жители Ленинского района, желаем того, чтобы наш город был прекрасным, красивым, уютным, и чтобы он нравился не только нашим гостям, но был комфортен, удобен для проживания нас самих. Поэтому смот-конкурс по благоустройству в Ленинском районе – это одна из форм вовлечения вот в эту работу по благоустройству района именно наших граждан. Поэтому он у нас традиционный, уже 9-й раз мы подводим его итоги. Приятно, что все активнее в этом конкурсе участвуют наши граждане, и мы за весь период имеем сегодня максимальное количество участников. Призеры конкурса были определены в 5 номинациях: благоустройство, лучший дом, лучший балкон, лучший двор и лучшее индивидуальное домовладение. Кроме торжественного вручения диплома победителям, на итоговом мероприятии были награждены присутствующие руководители предприятий, организации, а также учреждения образования. Все они получили благодарственные грамоты за активное участие в смотре конкурсе по комплексному благоустройству Ленинского района города.